Алкмина, поставь этот крест. Первая, вторая пати крест. Чё там, блядь, будем начинать, нет? Давай, чё там? Тут все, готовность в игру. На кого СС? СС, ну, дайте тем, кто руки закрывает, я не знаю. А, это первая, вторая пати, то есть? Нет, мы руки нет. Не закрываем, мы стоим перед лицом просто. Короче, гоу, этот Алкмина, принимай готовность, люди разберутся. Кресту, первая. Все, все готовы? Алкмина, ты тут? Илан, просто хилить? Угу. Нас просто хилить, да. Алкмина, алло. Подходите и не говорите даже, что отходите. Ладно, го без него в пизду, блядь. Куда он делся? Там еще его же не убьет, он бы стоит. Остальные да все здесь. Не его должен. Там огнем убьет только. Вот куда он отошел? У нас он знает, что времени нет и так. Он даже не написал, куда мы. Сдохнет без него, значит. Все, похуй. Сдохнет, значит, сдохнет. Не будет вот это грубо. Минус ролл, почему это спал? Два. Один. От огня аура стоит. Геру сразу можете давать. Блять, заебись. А кто не стоит? Ты, было... наверное, и не встал. Это не... С миссии, блять, я нахуй, я подбежал. Никого не было. Вот смотри, 8 стаков на нем, это значит 8 человек было, и 2 не было. Кто-то не подбежал. Блять, ребят, дайте... Давайте диван там или какую-то хуйню. Блядь, вставал. Диван. Все, умирайте. Да, можно если чекнуть. Отойди от центра сразу. Отойди от центра. Друид. Первая, вторая. О. В кресту стоит. Вон, Silver Q, ты где? Ты в кресту должен стоять. Ты за боссом стоял. Вот Silver не словил, да. Вот он виноват. А, Silver не стоял, вот еще кто-то. И еще кто-то да не словил. Что сейчас... смысле не услышал, что мы 100 раз говорим в крест? Сейчас первая, вторая пати сказали. Ты ничего не должен ловить. Ты просто с нами стоишь и отбегаешь за спину, когда тебе это говорят. Керус словил. Сейчас поищем. Хаэрина словил. Серафим словил. Ну, вот этого Сильвера, этого не было. Сильвера, да? И еще какое-то тело не было. Ну, нас, сука, вроде бы вот 10 человек. Первая, вторая пати. Что трудного? Встать в ебучий крест. Ошеломляющий удар должны ловить 10 человек. Если ловит меньше, сразу дается адски. Ну, походу, вот один не где-то. Стоишь, бьешь в ебало. Похую, сколько ты ДПСишь. Ловишь этот баф. Этот удар. Тут, блядь, ничего сложного нет. Только вот этот баф ловить 10, нахуй. От адского отворачиваться, отбегать. И три руки закрывать. Все, пиздец, босс. Манекен. Давайте без хуйни. Немочка, где у нас? Ну, когда я говорю бежать, это только первая и вторая пати. Кто в первом и втором пати? В кресту? Вы стоите в треугольнике. Ой, в кресту. Когда у босса 100% раки, он даст адский удар. Только один танк должен уйти. И все, мы обратно в крест идем. Ешьте рыбку, давайте пробуфаемся. А с руками, типа, причислить кто еще раз стоит на них? Сука, все третья, четвертая пати стоят на руках.
Там два танка у вас, два паладина. Третью руку вы закрываете. Любой маг, любой лок, любой хант. Отпрыгнули, закрыли. Дебаф закрывает другой. Все, пиздец. Поставь одного пета сюда. Да, петов на всякий случай поставить. Подождите. Да, хотя бы одного. Пятом пати хилить, что непонятного. Вы руки не закрываете. Серафим, Энх, где вы? Вылетело. Блять. Не, мы так магика не успеем, мы его за первый трой сидим, бьем. Там не может быть, чтобы нам еще раз там ни одного гитариста не вышло. Ну да. Это же пиздец. Че, пэту поставили? Да, поставили. Пятые пати хилы, они не обязаны вообще ничего закрывать, нахуй. Они никому ничего не обязаны, они только хилят. Третья, четвертая. Я вижу. Энха нет. Отошел тоже. Там кто-то вылетел, Энх, наверное. В смысле, релогается или что он там? Вон он вылетел. У меня вылетел. Скажешь, когда загружаться будешь. Серафим, блин, блядь, пошли в крест. Чуть-чуть. Ты во втором пате. Пошли. Он вылетел. Блядь, я вылетел. А, окей, окей. Сам, блин, главное прослакал, теперь всем агитирую, понимаю. Эх, ты в Дискорд или заходишь? Меня пишет вход на его сервер, но не заходит. Че-то. Ты только что вылетел. Жди пару минут, чё. Я пытаюсь зайти. Не, ну то, что у меня сегодня было, я такую хуйню первый раз видел, блядь. Ну, типа, захожу в мир, и там неизвестно написано, ни гильдия, нихуя не прогружается, даже игроков нету, нахуй. И ничего нажать нельзя, ну, ничего не срабатывает. Полная хуйня. Задержка 0, нахуй, написано, и все, блин. 60 кадров в секунду. И сейчас Tell Me When слетел, как теперь восстановить его, блядь? Так, Кенг зашел, так Серафим, ты остался. Я не вы, вход на игру сервер до сих пор. Я запустил уже игру, блин. Ты лаунчер полностью выключал? Ну, встань, повернись направо 10 раз и налево 10 раз, а потом 2 раза отожмись, и тогда зайдет. Вон челик через прокси зашел. Пробуй с прокси зайти, Серафим. А если меня поменять с кем-то по пати, а я буду просто стоять, что будет? Ты зайди в игру. Лаунчер. Я пытаюсь. Лаунчер выключи полностью. Прокси попробуй. Я не через лаунчер захожу даже. Прокси поменяй. Там сам говорит, через прокси. У кого там звуки? Это параша, нахуй? Там кто-то тактику, похоже, смотрит. В атаку, блядь. Там у тебя уже пул идет. Где ты? Короче, сегодня, блядь, печально. Сегодня тянем. Блядь, какая-то хуйня с Сиросом. Должны были уже закрыть, пиздец. Мы еще полчаса назад. Точнее, полчаса должны. Просто сидели, ждали, пока. Отлагается вся хуйня. Не отгружается игру. Ну, ты заходишь уже. Ну, да. Все. Не, главное, чтобы у меня не было такой же херни, как у Войда сегодня. Это пиздец. Это главное, да.
Нихуя. Выключите, кто это смотрит? Вы про чё? Мне вообще ничего не случилось. Всё, зашёл? Ебать, мы все Адуны слетели. Ёбаный рот. Да, бля, 4 кнопки достаточно, подамажишь. Давай, готов? Ханта поставьте, ой, это Пета поставьте в крест одного. Ну, пусть лучше 11 будет. Прислужник чем... еще можно поставить. Нет, нет, одного, хан... одного Пета поставьте ханты. Энх, ты тут? Там же стоял ты. Только Энха нет. Подожди. Энх, Энх. Энх, сюда, первая, вторая пати. Фу, все, встаньте под в крест. И уйдете, когда скажу. Подожди, у меня херня на полэкрана арена какая-то, блядь. Я не помню, как это называется. С-арена. С-арена? С-арена, что ли, у тебя там стоит? Да, бери ее вправо куда-то. Все, давайте, РЧ было, да БМП пошел. Так мы не начнем сегодня. Там еще его хуярить 100 лет. 4, 3, там уже к стенке прижмитесь. 1. К стенке прижмитесь. Сразу Геру. Геру. Двенадцать. Так, одного Пета уберите срочно тогда. Ханты уберите, уберите. Или яма. Или... Там два походу поставили. Надо чтобы 11 хотя бы было. Я же говорил, там 1. А почему как будто больше стало только? Угу. Что, блядь, происходит? Вы сейчас нас убьете. Не подходи тогда, Кирилл. Не подходи. Ебать, нас там кто-то... Там Энх собак выпускает, пиздец. За спину уходите, сейчас адские будут. Уходите за спину. Сейчас ушли. Уходите. Охереть, Фелтон, вставай сам. Все, пойдется, встали. Обратно. Еще еще адский. Блять, ну что это? Дайте по сочному БР срочно. По Фелтон встань сам. Сейчас Фелтон и БР дайте. Это под лицо вставать, сейчас 10 человек должно. Не, нету 10. 11, был уже. Адский. Да блять, да что происходит? Короче, Энх, нахуй ты этих собак выпускаешь, я не понимаю. Короче, не выпускай собак, ты нас убил только что. Короче, собаки, там вот эти кровочерви, может быть, еще и что-то. А, кстати, Декаты, у тебя черви, что ли, там выходят? Не, ну если бери есть, черви. И могут быть. Потом что еще? Хайрин, у тебя черви? Или локовские петы могут с демоном быть. Тут лок-демон есть, спекайся из дестриков. Здесь демонов нельзя. Не вроде в дестриках. Ну, шамановские и еще какая-то хуйня. Так они рядом с мной сюда. Демоны, когда исчезают, они считаются умирают, ему просто дохуя эти драги дают. Уберите дестриков поставить. Вот и такой босс. Ну это, короче, собак, наверное, убило. 20 драги ему дало, было 67. Ну все. Потом с печки да, он короче... 40 лутает. Там еще два пэта вначале стоял. Хантовский. Все, короче, петов не надо, чисто да. Первая, вторая пати, все. Да, никаких этих четко. Не призывается. Потому что с петами, нахуй, их не захилят, нахуй, проебутся, нахуй, не скажут, что они сдохли, и все, пиздец. Да они в тот раз стояли нормально. Поставьте шкаф с мани. Ставьте руку, пожалуйста. Либо пэт, я не бегу. Если хилы видят петов, да? Если хилы видят, то можно убрать за спину Керуса, допустим, и сочного. Или Энха убрать, нахуй. И поставить в пати два ханта. Ну вот, как думаешь, там, кого лучше убрать? Кому проще, чтобы было? Ну я лучше останусь, чтобы этим поменять. Короче, если давай. Меня пэтом... И Энха надо поменять. Я Энха и Керуса убрал, короче, оттуда. Два ханта ебанул. Все, вот они считаются, что с петами... Ну, вот первая, вторая пати, 10 должно быть целей. То есть 2 пета и я стрелял. Лазерные сможешь поставить саутмейны петов? Нет, конечно. Все. Сумоньте.
Главное, если вдруг они сдохнут, там на подстраховку есть Керус. Да не сдохнет, у него 20 тысяч брони тоже. Ну, нормально. Волков не вызывай, похуй на ДПС, Энг, просто стой, бегай, там руки закрывай, похуй его, блядь. Хуйней занимайся. Главное, чтобы, блядь, не ловил он стаки лишние. Давайте фаст, бафайтесь. Приста баф. Пока есть рыба. Приста баф. Починитесь, там джив стоит, а то сдохните, станете красными еще. Давайте. Два пета стоят. Да. Смотрите, первая, вторая пати, кроме фантом. Считай просто нас сразу, Нур. Смотри, отойди, посмотри, сколько нас. Нас 10 здесь. Свой дом 10. И плюс 2 пета. Ну, 8 тел тут и этот. Ты тоже на совет стоишь? А, ты стоишь тоже. Да, я же буду на месте. Давай. Все, вот. Заебись. Давай, ДБ. Гранди, ты тут? У тебя суманули уже. Все туда. ДБМ-ку удаем. Пять, четыре, три, два, один. А потом не влияет на это? Нет. Гера? Ну, 10 сейчас ровно, как и надо. Все, после этого надо просчитывать первую, вторую пати. Свои прожимки прожмете. Леника, еще 4 абсорбные нужны, когда 20-30 стаков уже. Мемочка, руки не лови больше. Вот он, вот сейчас адский будет, убегайте. Ладно, я отвернул, ушли. Повезло чисто. Обратно перед лицом встали. Крест уперлись. Почему адский дох? Потому что какой-то пец сдох нахуй. Хантовский пит здесь еще? Да. Все. Ну какой-то другой, значит, какая-то залупа сдыхает. Локов, может, бесы эти нахуй. Бесы есть в Дестрике? Да, там что, да. Вот если они в руке сдыхают. Ох, не надо, я сокрою. Посчитайте первую, вторую пати и войду нахуй. Верни, когда вы посчитал. Еще одно, а шо, мы еще одно, два должно поймать в изъяве. Войду нахуй. А чё он огнём? А, всё нормально. Скинул. Да им ещё, да, скинул. А то я думаю, сейчас по 30 ебанёт. Частица секунды, ага. Ещё два, наверное, поймаю, если где-то там ничего не будет. Ну, готовьтесь бегать. Готовьтесь, если что, бегать. Вот сейчас посчитывать надо хорошо. Перед ударом. После этого сбегаем пламя даже, да? Так, сейчас печка, ага. Все, тогда ушли от патрица, наверное. Или нет еще? Да, уходите. ДЦ готовь. Все, зубы. Уходим. Зубы сдашь ли? За спину отошли просто. Давай зубы. Все, не подходим еще. После адского вперед. Все, подходим. Эма, да. От огня сдайте. Эма от огня. Все, прям упритесь стену. Вот смотри, вот сейчас на нем вот те 4 стака, это кто-то сдох нахуй. На какие-то петы ебаные сдохли. Ну, наш элементаль живы. Руки не закрытые вот стоят, блядь. На нахуй. БР. Че, блядь? Дайте понять бербом. У меня нет БР. 3 минуты еще КДБ. Стань перед лицом, я дам БР. Стань с ними, я... Бэрдом, где он? Всё, я прям пропил. Все, все. Все? Дал бы? Да.
что я встал под лицом. Руки слева. Руки не проебывайте нахуй. Блять, вы что, сука, слепые нахуй, я не могу понять. Ебало свое разуйте, смотрите на досках, где локовский пет, сука, руки второй раз, блять, взрываются нахуй. Быстро отошли из-под босса от скилла, да, там один кто-то перед лицом встанешь. Бать, все тут падать уже. Я в чем проблема руки закрыть? Сказали же, там сколько людей назначили на руки. Вот тут вот, где я сейчас кружочек стоит, два раза рука взорвалась. У вас что, сука, с камерой, вы монитор выключаете, не могу понять, блядь. Вы как играете, блядь? Кину диван. Могу на хиле побегать за руками. Да нахуй на хиле бегать, там 10 рыл, сука, третья и четвертая пати, блядь. Руки, не может. Три всего лишь руки на всю комнату появляются. Две руки закрывают два протопала, блядь. Одну руку, сука, закрыть вы не можете. Пиздец, это позор, блядь. Игра для 12-летних детей, блядь. Начинай... Кирос, типа, закрывай руки, ты же в спине стоишь. Все хорошо. Сука, пиздец, ребята, охуеть. Мне просто встать, да, у них? И все. Да, между ними становишься. Если есть назначенные, вот, третья, четвертая пати, нахуй. Все должны закрывать. Не знаю, Женя, Кертл быстро двигался. Я бы с центра не добежал, блядь, я далеко был от них. Вот для этого маги есть, два мага. Два ханта, они отпрыгивают. Тоже на 20-30 метров. На прыжке. Меня уже висел. Вот, если типа маги и ханты только с дебафами были, значит другие должны встать вот на этой дощечке. Какая сова, я стоял, я в кресту стоял, я просто БР давал. Значит, встаньте нахуй на этой дощечке, блядь, сразу стойте там, какой-то, блядь, этот, ШП там, или кто там, кто не бегает, не телепортируется. А кто тогда будет стоять в кресте? А Ва в кресте стоит. Чтобы закрыть руки, надо просто посредине их кружки там стоять, верно, я понимаю? Угу. Просто там дебаф дается на минуту, и если ты в следующий раз с дебафом идешь закрывать, по тебе больше дамага будет. Там нужна либо прожимка какая-то, либо тучка, либо глыба какая-то хуйня. Танку похуй, он может закрывать по КД. Я сейчас буду вместе с ними закрывать, бегай. Я могу выйти. Ты в кресте. Короче, Женя, анонси руки. Ты же видишь, я там вообще нихуя не вижу под боссом. Тебе Гранди уебали руки, потому что, наверное, одна незакрытая была, взорвалась. Еще дополнительный дамаг пошел. Так оно шотать не должно никого, блядь. Ставьте рыбку. И это, у кого петы нахуй? У кого, вот у дестриков петы, снимайте нахуй Т4, оденьте что-то, чтобы вот этих бесов ваших не призывало, блядь. Или какие-то древние, или какая-то залупа, блядь. Что-то убивает босс, и у него копятся стаки лишние, ненужные. Там это есть. Может, змеи у хантов, я не знаю, ну какая-то хуйня лишняя. Не, у хантов петы стоят с нами в кресту, они не умирают там. Тоже не умирают. За что тогда? За чего стаки? Таких и не дамажат вроде этих петов или дамажат? Дамажат, там просто у них стоит дебаф на. Киртл, демони, петы спаунятся по КД. Может, копии он убивает, нахуй, я не знаю. Может, копии считают. Пусть знает. Чё, демо? Кирту, с каких пор ты демо? Я не знаю, мы с собаками спокойно прошлого КД проходили. Я не знаю, в чем проблема у вас. Идите в крест. Короче, мне тоже сейчас бегать, да, вместе с ними на... Руки, да. Закрывай, которые здесь рядом, по бокам. По бокам. Женя тоже анонси, если руки видишь. Я в центре слежу за ними. Совайте 10 тел в крест. Какого-то бафа. Спасибо, ты тут? Инты не хватает по всем, приста бафа нет на всех. А, ебать, хочешь. Че, все тут?
Все, до бэмпа не пошел. Камера максимум модель. Тут даже меньше механик, чем на королях, я хуй знаю. Да, Сань, ты в мишке бегай, что ты? В мишке? Ну, если руки ты будешь закрывать. Сразу Геру. Десять, ровно. Так, руки закрыл. А третья ваша ломляющая, прошмитесь. То есть, где сто? Или пехот? Учитывайте их сильно. Ваша ломляющая 8 секунд. Зов камня 6 секунд. Все, сейчас печь повернут, будет 100. С ошеломляющего сразу отбежать или сейчас отбегать? Отбегайте уже, сейчас будет адск. Отбежали. Блять, кто руки не закрыл? Танку в руках был. По танку БР дайте. Все, возвращайте. Лицо вставил. Надо руки, чтоб кто-то закрывал быстрее. Пробахайте танку. Первый с руки появляются под боссом. Ты их видел, значит, я не знаю. Каким. Под босс? Да, прям под боссом, их тяжело заметить. Вот третья, четвертая пати, пару тел встаньте под боссы и все, и меняйтесь. Смотрите, руки. Блять, у нас Иванда и вылетел. Быстро выбежали. А блять, зашли кто-нибудь, зашел Кира, зайди сюда быстрее. Под руки, у нас Иванда вылетел, пиздец. С нами будешь стоять теперь. Тогда закрывайте руки. Быстро двигался. Видишь, под боссом прям закрываю. Не умрет. Это так кто-нибудь другой назначь кого-то. Вон мемочка под тучкой нормально можешь закрывать. Адский, адский, сука. Блять, аж какого? А че он вышел-то? Кто-то отдыхает. Кто-то... Зайдите кто-нибудь быстрее под босс, сейчас адский иначе будет. 30. Блять, это... Я не знаю, блять, ну что за хуйня? Пиздец, просто в ахуе. Руки закрыть, это проблема какая-то стала. Он за каждую смерть, кто умирает, типа он 20 энергии копит. Ну и когда 10 тел нет, он сразу адски дает просто. Просто два танка закрывает и закрыть единственные руки перед боссом. Вообще нихуя сложного нету, блять. Гранна, ты какие руки закрываешь? Это же с какой стороны? Надо тех, которые успеют добежать. Вот так вот. Я всегда около печки сижу. На начале. Но я стараюсь с левой стороны держаться и бегаю по всей левой стороне в основном. Че у нас, кроме маговских копий, ничего больше нету, да? Ну, может, без маговских копий попробовать? Я на этот раз не вызывал. Он именно вот когда адски дает, скорее всего, их шотает и себе засчитывает рагу, блять. Может, Керто адски копии вызывал? Ну, два мага у них копии есть. Не, я еще не вызывал. И Пету убрал нахуй. На всякий. Видишь, из-за этого... Короче, мемочка, смотри, закрывай тоже, какие видишь руки. Обратите внимание, там всего быстро закрыть руки и забыть. Там раз в 10 секунд или раз в 30 секунд руки появляются. Тут от каждого зависит. Вас не провагонят здесь. Из-за этого ценность печеньки возрастает очень. Хотя она, по сути, нихуя особо такого сверхъестественного не дает. 10 к 100 там, блядь. Здесь 60. Дай фрутку. Обновите масла.
шкаф поставьте, там кого-то нет. И все тут. Шкаф поставьте, нет двух чел. Ну да, почти 30 к 100 там, прилично. Двадцать человек тыкать, а вот все, все тут. Целка проще проходить, чем эту залупу, блядь. Ты это сами при этом? Давайте руки закрывайте. Вообще не проебывайте руки. Все, добавим полдаем. Все приняли вроде. Сейчас. Это там стоит? 4, 3, 2. Нажимайте данные. Арина. Гера. Вот два лишних. 12 опять? А от кого вот они, блядь? Прожмите сейчас. Посчитайте первый, второй, третий. Все, сейчас повернут. Уходите за спину. Так вот руки прям под боссом, я их за все закрываю. За спину, подбегайте, подбегайте. Еле успели, заебись. Ворота. Руки, смотрите, попок. Шамлеющий, надо проход, прочитывать. Встаньте прямо в крест, пожалуйста. Куда вы стоите слева? Право, точнее. Ты куда ушел? На фул хите очень больно. Да. Прочитайте сейчас. Нажмите согласен. От физы баура от паладина какого-нибудь. Ворот. Хлопок, смотрите, где стоит. Так, руки я закрываю. Стоим или отбежим? Ну сейчас один, наверное, еще успеет. Сейчас посмотрим. Один, да, у нас. 98. Один и сразу убегает. Ага. И сразу все, после сразу этого. Убежает. Ага. Да. Отбежали за спину. Отбежали за спину. Ворота, ворота. Блядь, блядь. Убиваем. Где-то 11 нужен, 10 человек. Одно тело сдохло. Керус быстро под нас. Дайте БР. Мы пробиваем его. Амбар, да? Забафайте его. А чё 32-то? Нихуя себе. Да, кстати, странно. Ну это какие-то петы, нахуй, я хуй знаю, что это. Блять, у нас сейчас убьет сильно, прожмитесь все. Айсбаунд нужно сдать. Сейчас сдам. И массакрус, да? Пиздец, он нас сейчас убьет. Меня да убило, нахуй. Ворота, ворота. Скилл уходи. Тирус. Останусь. Опять хлопок не закрыли.
Да ебаный в рот, ну это блядь. Пиздец, ну что такое? Кто хопки не закрывает, я не понимаю. Кира, стой впереди, я хопки позакрываю, я в танк аспектнулся, заебался уже. Тупо хопки чего-нибудь. Там бед стоял чей-то, блядь. Ой, блядь. Я в танк аспектнулся, я ебал в рот, нахуй. Чего вообще не могут хопки закрыть? Короче, они в кресте, да, стоят? Да. Я не знаю, но не закрывают хлопки и все, и похуй всем. Ну, значит, нахуй печеньки им не нужны так. Я могу бегать на клопхах, но нужен другой хил, да. Как обычно, нахуй, 10 человек, блядь, тянут рейд, остальные так хуй забивают. Слушай, а ну я не знаю, вот эти 30 стаков откуда взялись, блядь. Хуй с ним, там 2 стака лишние, ну 30 откуда было. Давай непробиваемый спекайся тогда. Керос перед лицом будет бить. 30? А там черви не вылезли случайно? Не знаю. Чьи черви? Червяков нет, уже сказал. Кайрина и как его? Второй ДКшки сказал, нет у них черви. Не, у них нету. Ну, у локов же бесов вот этих временных призывает, да, на 30 секунд? Это демоны. У дестриков нету, да? Ебаный Сирус. Зачем стайки? Лучше просто дамаг на 100% повысить, чем какую-то залупу вызывать, блять, ФПС и так нету. Да, ФПС вообще позднее. Что там у Кироса с непробиваемыми? Меняем местами. Его стоит. Оставьте шкаф с мудами. Кто вместо тебя под ебалом будет стоять? Кироса послал. А первой, второй пати вместо тебя кого-то надо закинуть. Вара или кого? Вар половит эти руки, сказал. Непробивной вот этот? А, ты под ебалом будешь? Да. Я хотел спеть, кто умеет сам половить. Кто-то там с микрофоном. Кто-то с микрофоном, пиздите там за руки, ебать. Ну вот, вкратце они появляются, что? Вот где вот те мобы стоят, да? Вот здесь. Появляются обычно одна, либо две. Вторая под мелизоной. Бывает две в мелизоне. Бывает одна вот здесь, вот где мы стоим сейчас. До первого шара с огнем, который полкомнаты в огонь пускает. Вот там, где груль, ну, на той стороне, появляется рука. Может две появиться. Но когда огонь первый раз туда кинется, туда уже не будут руки появляться. Не будет появляться только вот здесь сбоку, блядь. Здесь сзади на той решетке и под боссом на третьей решетке. Пиздец просто. Супер сложно. Блядь, где рыба, не вижу, нахуй. Пиздец, что-то не вижу нихуя. Вот, я буду от звезды ловить и до дверей. Ну и центр немного захвачу, это Гранди говорит. А то сейчас случай был два раза, что в одну руку двое бежали. Не очень приятно. У нас, если кто-то не успевает, есть маги с ТП-шкой их. На дальние руки. Зачем троим-то бежать в одни руки? Там одного за глаза хватает. Ну так как мы закрываем, нахуй, по дырявому, там 10 нахуй не хватает. Дайте кулак по варам и гоу. Ханты поставили петов уже своих? Да. Все. СС-у дайте по первому-второму пати, по сочному. Он по сочному СС и гоу. В РМБ, я не знаю, пусть маги там стоят. Крик на ХП и всё. Башти тоже, чтобы было у нас ХП побольше. Средний рычай.
5, 4, 3, 2, 1. Вера. Окей. На ХП крикните, что-то не вижу на ХП крика. Да, я тоже не вижу на ХП крика. Вары нахуй, блядь. 5 или 2 лишних стака откуда-то взялось. И Рага смотри на нем. Кто-то какие-то петы умирают. Вот сейчас убегайте за спину, вот сейчас будут адские скоро. Убегайте, ДЦ готовь зубы. Сейчас адский будет. Куда перед лицом ушли? Что, теперь что возвращать? Ну, там потому что секунда, он кастуется, чтобы вы не парили. Иногда надо ошеломляюще одному ловить танку. Блять, 15 сразу. Охуеть. Ну это дрочево какое-то. А я не точно не влияю? Не знаю. Давайте я убрал свой этот момент. Он же не убивает от тема. Ну может быть они убивают. 26, сейчас надо жестко прям этот посчитывать. Я не посчитаю. Он должен скинуть, не успеет, наверное. Не успеет, я мишку. Все, я выжил. Ну, сейчас у меня раздумок нет. Опять руки не закрыли какие-то. Там у БР, да? Его в руках, и это сложил. БР, Ардру, да? Танка спек надо спекаться, чтобы время. 2 минуты. Руки БРК 2 минуты закрыли. Вот кто под боссом стоит? Закройте, блядь, эти руки, я не понимаю, вот маги. Те, кто под боссом, нельзя руки закрывать. Иначе они ошеломлялку поебут. Сзади босса стоит кто-то. Бар. А, Энг бьет. Он не мог закрыть. Эрдру, дай БР по танку. Я сказал, у меня КД 2 минуты. Сколько еще раз сказать мне? Только сейчас. Да пускай полежит пока. Так, сейчас будет 97. Я ему дам БР, когда отскину. Ты перед нами стоишь? Сейчас вот этот и отбегаете сразу. Убегайте. Руки сзади босса. Вот закрой, Энг. Руки. Встань в круг. Все. Вот. Обратно подбегайте. Быстрее. Шумляешь 4 секунды. Матов. Нет, физы дайте, блядь. Мелочи, смотри под руки, аккуратнее, не прыгай. Успеет обжечься? Он уже, да, нормально. Ок-ок. А тебе стаки хп не понижают? Нет. Да, 32, он обжигается? Так. Да, обжегся, вон, видишь, маленький дебаф. Все, исчезло. Еще один или два раза, понимаешь? Да, сейчас глянем. Еще одни, да. Потом зубы поймаешь? Угу. Ну, подошеломляюще. Вот этот сейчас стоим. И теперь выходите спокойно за спину.
Готовься под ошеломляющий ВБ, готовься. Плотненько хильте прям, хорошенько. Давай зубы. Ты сразу адский. И теперь подбегайте. Ма от огня сдайте быстрее, надо бы первую, вторую пойти прохилить. Под ногой. Блять, 25 стаков у него, что? Угу. Охуеть, мы сейчас умрем. Не-не-не, они спали уже. А, да? Ну ты видишь камеру под ней, там вот огонь такой из печки. Да я просто не посмотрел. О, сейчас 65 раги, что у него дохуище. Умер кто-то. Да. Какие-то петы. Он... Да, он резко с 20, но на 60 прыгнул. А, не, это была печка. Это была печка. Это печка. Вот сейчас будет еще печка, и будете за... Ну, я скажу. Сейчас, если словлю этот дебаф, где он, блядь. Не, пока третий. Сейчас ошеломляющий ловим. О, вон она. Вот, вот, убегайте за спину сразу, убегайте. Угу. Хлопок. Сейчас будет адский, адский. И возвращайтесь. Шо, бля, еще прожмитесь. Там 0 стака был, нормально. Ну, все равно там у нас дебафки. С 20 на 30, когда нормально, еще не пробьет. Вот сейчас словим эту хуйню. Вот сейчас они спадут. Руки, смотрите, 4 секунды. После этого еще один, наверное, слоем. Да, наверное, да. Так, уходим. Уходите, уходите. Бежим за спину, уходите, да. Уходите, ага. Уходите. Быстро. Возвращайтесь, возвращайтесь, да, да, да. Быстро под лицо. Опять назад ушли, быстрее. Ушли, ушли, а потом вернетесь. Ушли, ушли, потом сразу вернемся. Возвращайтесь. Ебать, прохильтеры. Чуть не проебали нас. Гимн на жизнь, дайте. Срочно, мемочка, гимн на жизнь. Блять. 30 стаков, ебать. Так, где это... я нахуй потерялся? Я себя вижу. Тотемы ставьте. Все, нормально спали. Тем гимн на жизнь, мемочку давай, до этого делаем. И на ману хуярьте, тоже что-то резайте ману. Генерал раздавайте, иннер один только в КД вижу. Я не могу сдать, я не попадаю через стену. Давай, тотем на ману, я контратем на ману. Гимн на ману. Не проебите ДК, главное, хильте хорошенько. Скоро огонь будет. Блять, почему-то он побольше стаков, по 11 сделал. Под боссом руку. Блять, ну давай огонь. Вот, уходите за спину, уходите. Это, готовь зубы. Давай зубы. Сейчас будет адский, адский. Теперь возвращайтесь. Под лицо, давай. Возвращайтесь, ага. Не проебите магов.
нормально. 14. Заберу, заберу. Спасибо. Блять, руки не забрали, куда сдайте БР. Вы чё, сука? Срочно. По танку БР. Это у вас под ногами, походу, не забрали, потому что сзади было 25. Закрыто. Сейчас сильно просчитуйте, милики прожмите все, что есть. Только Д. Сейчас со своих носовых сейвах живите. Под боссом под правую руку, закройте. Под боссом под правую руку, под правую ногу. Добьете, думаю, 5 лямов. 4 хуйня осталось. О, грубо, такие красивые носки, не замечали? Такие мясистые. Здоровье, здоровье. Изи. Щит, щит, отдайте мне щит, и я уйду довольно отсюда. Кому щит? Гранди, Гранди. Ну, кстати, тапки хорошие. Холи палершам. Ну все, я тоже, ну, блять, уходить сейчас буду. Ну, можно магика все, донести, магика. Попробовать. И если типа эти люди вот в рейде пойдут, там, не знаю, какой-то день там завтра, послезавтра. Да, это пошло долго, что же без детей. Ну давай тогда завтра магика донесем. Давай, давай, хорошо. Мы сможем. Что тогда? Завтра в 17:30 всех жду. Че, как по печатям? Одну заберешь, одну разролим? Да, да. Сейчас. На груле главное не ДПС. Главное, блин. Главное мозг, нахуй. Это все, да. А то ДПС линкует там, блин. Ну хуй знает. ДПС этот нахуй не нужен. Давайте на ровные руки. Распортим. Сколько я кинул? 7. Не. Еще один не кинул. Тот, кто ливнул, видимо. Заебись, блядь. Не кинул, Ивана. Не кинул 23, там шумец. Мне 25 тел кинул. Показываю. Тут же на успех не ролил никто. Майнспеки, ярдру. Ардро не больше вроде? Так у меня боешный с этой ссылка. Че, не понял? Щит вроде. Двадцать девять. Ну пиздец. 30. Так, Масура, ретрик. Ну это ретрик, да. А Гранди полна майнспек. Пошел танком. Ты писал? Где? Покажи скриншот. Скриншот. Скриншот покажи, что ты писал. Скинь мне в ДС. Если нет скриншота, я тебе не отдам. Я не помню, что команда дала, что на успехе может. Или давал? Не было такого, по-моему. Если писал, давай скриншот. Да подожди, а кто? Да вы про что? Про доску я вот эту? Я тебе скинул скриншот, писал. В личку. Все, тогда он ролил на танк. Все честно. Кидай трейд. Да все, паладин, я за тебя разрулил, у меня логи есть. А что там, только двое ролили или что? Ну да, ну типа... Гранди и Маруся. Ну, Гранди танчил, а Маруся ретрик. Нахуй тебе? Ну, он писал. Как-то тупо как-то. Ну, да. Он писал, что на танк. В следующий раз не делай, но рекомендую. У него ретрик из говна, нахуй, собранный. Его нахуй надо было послать, блядь, с его пухой, блядь, с обоссанной. Чё это за пуха, блядь? Человеку на мэн. Сокеты, нахуй. Ну, блядь. Да, в натуре, не давай ролить. На... Если бы у него там был, нахуй, ШМ там, ебать, все, блядь, камни БКшные. У него, смотри, камни какие обоссанные. Его с его спеком, нахуй, надо было послать, блядь. Вася, сука.
Ладно, в следующий раз я буду давать новых ролить. Ебать, бич. Нахуй, лучше отдай, нахуй, Гранди, он танчил, ебать. Слышишь, Ретрик, нахуй, не позорь себя, нахуй. Тебя, блядь, весь сервер будет знать, нахуй. Тут админ смотрит, смеется, блядь, над тобой, ебать. Ретрик камнями, нахуй, рулит, блядь, у танков, нахуй, щиты, блядь. Ебанулся, что ли? Я бы ролил, если у тебе вообще тут отсюда нихуя не надо. А ты в говно одетый, блядь. Ладно, похуй. Да хули, мне-то поебать, просто, ну, обидно за танка, нахуй. Говно это ты, блядь, Вася, сука. Базарил бы в Дисе, я б тебе мут въебал еще, блядь. Можно было уронить? Ну, ничего, блядь, в следующий раз нормально будет. Вообще неправильная тактика войны, надо как Керу, с абсолютно спокойным голосом. Да. Спокойным голосом. Закрою рот. Успокойся, да что ты, обидно, что ли? Ты знаешь, как он сгорит тогда? Да хули. Психологическое насилие и месть. Человек горит, а ты с ним спокоен. Я вообще не горю, если вы про меня, я не горю вообще, блядь. Да мы не про тебя, мы про него. Он просто прощелыга, нахуй. Вот, ну, таких людей, знаете, смотрите всегда, вот если в говно одетый, на офспек ролит, я вот смотрю, у нас в ВВК пошел тогда Ретрик, я смотрю, он пиздец, там ничего ему с ВВК не надо, выбор есть, все есть, нахуй. Все освещенное, Т4. Анрол, ребят. Да мы по приколу кидаем. Анрол, да. Посмотри, я сам тебя. Ага, меньше, блядь. Экон поделим пополам. Че, кому сегодня счастье выпадет? Тебе печать, а мне пустоты. Печать пустоты. Подойди, Оливер, я тебе ботинки дам. Попиздовал я. Эй, так кидай, я тебе дам дубину. Чем портал надо, на? Да Кирту лучше ты в шатра отставил. Магик завтра, да, будет? Да, да принесем магика. А там разве никаких не было запов там на РПБ? Зап на РПБ? Что-то зап. Латные какие-то вроде, нет? Запов. Не, латные точно не было. Там была пуха, щи, печенька. ТВК 25-ка неизвестно, когда допронос будет, да? Завтра, если соберутся нормальные люди. Запы отсюда, по-моему, не падают. С обычки же запы падают. Че, кто по итогу печеньку полутал? Ну, этот пук сролил одну, а вторую я пока смотрю, кому дать. Ладно, мы пойдем попробуем с Локом что-нибудь собрать, печеньку занролим. Давайте, ребят, удачи. Ну, удачи. Да, тут видишь, это вот когда так миликов много. Ну, миликов знаешь какое число? Вот примерно 6. Самая охуенная золотая середина. Они собак будут сливать. И на магике нормально будет. 6 миликов. Все. Ну, понятно, что типа с гильдии там берешь. А там и бафы какие-то нужны. Но их, если типа ближе к 10 миликов, то уже по трэшу по этим тем же гитаристам ДПС. Тут даже по консулу не распределишь, что тут печать. Тут она всем нужна, каждый вкладывает. Так оно понятно. Да либо на ролки. Не, если сложно распределять, просто на ролки дай, да и все. Да как в тот раз либо... ролл сделал просто. Сейчас кому дам пати, между нами будет ролиться. Все. Вы что себе покинули? Я же хотел на ролл кинуть. А, ты же сказал, покидаю, ты сказал. Покидаю пати. Я сказал, я сейчас кому кину пати, те на ролл, блядь, все съебались. Покинули. Ну, так ты сказал, кидя. Ты че? Я думал, ты заново соберешь. В смысле, я говорю, то, блядь, давай, на него проще кикнуть, наверное, было людей. Кидай, кидай. Быстрее, то я сейчас тут. Лесофармеру я бы не дал. Да, ну вот этого прикола. Че, в клоп? С Ретриком, который ролит щит. А где его, бэ? В Дискорде. Ну а че, ему второй не надо? Он написал, ну ладно. Семь человек, да. На тебе равно. По одной нарыл.
Да, по одной на раунд пока кидаю. Падало бы их 25 штук, да? Это реально 3 печи. 25, хотя бы 10. 2 печи? Ну 25 его. Ну, я каждому отломлю кусочек от одной. И никакие анроллы не нужны, в принципе. Давайте. Кто первый кинет ролл? На, нахуй, 96 гриллет, блядь. Просто! Не бери его, нахуй! Не бери его, нахуй, блядь!